Жительница города перевела на счет мошенников 300 тысяч рублей. 37-летней женщине позвонили, представились сотрудниками полиции и сказали, что ее муж совершил дорожно-транспортное происшествие, и во избежание уголовной ответственности ей необходимо перевести деньги на различные номера сотовых телефонов, что, собственно, она и сделала. Отдел полиции предупреждает жителей города, что требование перевести денежные средства за преступление является мошенничеством, а также сообщает, что такие требования не могут поступать от сотрудников полиции.